Таинственные находки у нас случались не только в Пермской аномальной зоне. В предгорьях Алтая на скальных выходах есть место, сплошь покрытое древними рисунками – граффити. Рядом есть беседка, где лежит альбом с копиями рисунков. Так легче разобрать, что там нарисовано. А на одном из плоских камней, который целиком находится под землей, выбит треугольник, вертикально уходящий вглубь каменной структуры. Тропа народная к нему не зарастает. По мнению местных жителей, энергия, исходящая из треугольника, исцеляет. Поскольку среди нас больных не было, удостовериться в целебной силе треугольника нам не удалось. Поверили на слово тем, кто ее испытал на себе. В комментариях вы можете оставить ваши гипотезы об этом объекте или истории о своих встречах с необычными феноменами. Смотрите наши видео и читайте статьи об аномальных явлениях на нашем сайте mainuniverse.ru. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на наш канал.